Днем движение на Ярославской окружной дороге было парализовано. Напротив поселка Суринское столкнулись три машины. Пострадал один человек. На трассе закрутила Део Матис. Машина столкнулась с универсалом, после врезалась в грузовик. Женщине-водителю малолитражки срочно понадобилась помощь медиков. Пострадавшую увезли в больницу имени Соловьева. Врачи обнаружили ушиб голени и решили отправить лечиться даму в перинатальный центр, так как барышня оказалась на 7-м месяце беременности. Фура, которая стоит впереди, цистерна, стояла поперек проезжей части. Долго? Нет, недолго. Буквально минут 10. Но так как здесь поток транспорта очень большой, поэтому пробка сразу скопилась. Дорожная ситуация у нас какая. Снег идет, гололед. Део Матис. Девушку отвезли в больницу имени Соловьева.